О, полубог попался, смотри. Полубог, скорее всего, ночной волк. То есть мне сразу прям, да? Мне прям сразу готовиться к мощному бою. Я против хороших кунлау еще, по-моему, никогда не сражался. Я даже не знаю, что ожидать от него. Все, стерпел. О! Угадывает постоянно, постоянно. Все, все угадывает. Правда, это его не убьет, вот в чем проблемка. Ну и все теперь. Там летел, короче, апперкот. Я слышал по звуку. Это апперкот был. Три, 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 три! Ой. Тихо, тихо, тише, тише. Тише, тише, тише. Хорош. Уф, уф, уф. Нормально. А что вы хотели от полубога Кунлао? А что вы от него хотели? Все правильно. Но раунд взял уже неплохо. Просто ничего не сделать. Вообще. Просто ничего. Просто. Он, мне кажется, даже придуривается сейчас. Не? Он серьезно так быстро восстановился? Ну вы поняли, короче. Опа, великий мастер попался. Давай. Давай, сыграем.
А, ну то есть, я понял. Я вас понял. Я понял вас. Что-то ник знакомый очень. Я не играл с ним, не? Отмена. А, он с отменами, да? Понял. Ой, а что, отмена не работает, что ли? Я же один нажал. Не-не-не, пузо я оставлю. А вот сейчас я не попал. То есть в том бою я этим попал. А тут, видите, слишком высоко. Не понял. А, ну это все, да, согласен. Оу. Давай, опа. Ну да, это хорошая тактика, в принципе, согласен. Ой, почти же. Слушай, не поймешь вообще, когда это закончится. О, кого? Что? Что я делаю вообще? А, я позже нажал. Я проиграл. Он сразу прям мешал этот фейтл и все. Ну тут чисто кому как повезет на самом деле. Типа, ну, кто первый прожмет фейтл, тот и молодец. Такая игра. А в смысле, а почему я не успел-то? Вперед три. Вперед три. This is вперед три. Не люблю я эти штуки очень. Ой. Нормально?
Ой! Ой, что я делаю? Уход не удался. Пузо надо делать. Пузо! Ну что, сейчас фейтил при вставании сразу, да, или что? И не наказать! Ты понимаешь? Мне не наказать этот фейтл. Я не могу его наказать. То есть... Нет, не могу. Хотя говорят, что там фейтл у него чуть ли не минус 25 или что-то такое. Я не могу его за фейтл наказать, вы понимаете? Почти любого персонажа можно наказать, а как Скорпота наказать? Может, я просто... Надо в тренировку зайти посмотреть. Ой, вообще на 40 это где-то. Уход не удался, следующий будет в пузо. Пузо! Еще захваты. Больше захватов. Что случилось? Только не говорите, что... Игровой сеанс уже недоступен. А чё это так? А? А что случилось? Да. Ну что ж, тем не менее, всем спасибо за просмотр. И ссылочка на плейлист в описании. Всем пока.